Добрый день! Представляю вашему вниманию шапки «Шарфы Канада». Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с таких вот шапочек. Тепленькие. Флисовая шапочка, вязаная. Здесь вот тоже флисовая. Такие вот вязаные шапочки с бумбушками. Очень классные, теплые. Разный фасон, разные расцветки. Также есть и такие вот на мальчиков. Такие вот с кисточкой. Такие вот. Есть даже вот такая вот панама из искусственного меха. Очень классно смотрится. Внутри такая стеганая, мягкая. А, вот такие вот шапочки в серой расцветке, их 3 штуки. Кепочки вот такие вот синие с козырьком шапочки, их 4 штуки в лоте подростковые. И вот такие вот красные шапки, их здесь 11 штук в лоте. Дальше вот такие вот повязки на уши. Есть флисовая вот такая вот повязочка, тоже вязаная. И вот такая повязка на волосы, она велюровая. Такие вот классные. Дальше у нас пойдут снуды. Такой вот снуд. Легкий. Искусственный мех снудик. Такой вот снуд, тоже легонький. Вот такой вот снудик большой. Тоже большой вот такой вот снудик. Искусственный мех снуд. Такой вот мягонький большой снуд. Снуд тоже большой, широкий. Такой вот снуд. Тепленький. Тоже вот такой теплый вязаный снуд. Очень мягкий, с пайеточками. Флисовый снуд. Вязаный снудик. Флисовый. Такой вот снуд. Такой вот вязаный с люрексом. Такой вот снудик. Снудов очень много в этом лоте. Вот такой вот снуд. Вот вязаный снудик. Вот. Тоже вязаный снуд. Очень много расцветок, разный материал, вообще на любой вкус, цвет, поуже, пошире, искусственный мех, вот, леопардовый такой красивый снуд, такой вот вязаный снудик, поуже, пошире, такой вот искусственный мех снуд. Здесь у нас тоже снуд искусственный мех, такой вот он. Красивый, с пайеточками вязаный, такой блестящий, искусственный мех снудик. Так, дальше у нас идут шарфы, их поменьше, чем снудов. Такой вот шарфик вязаный, такой вот шарф, длинненький, узенький, здесь вот пошире вязаный. Такой вот шарф. Вот такой шарфик. Флисовый шарф. Такой вот. И вот такой вот широкий шарф.
очень теплый. Также еще есть в флоте вот такой вот конвертик для Ляли, вязаный. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.